Здорово, народ, добро пожаловать на канал Миклух Маклай. Это вездеход. Этот вездеход сделан из собля. Вот, он на гусеницах. Он прям крутой, давайте я вам быстренько его покажу. Вездеход-болотоход на гусеницах. Гусеницы резиновые, да? Да, гусеницы резиновые с металлическими вставками. Ну, понимаешь, для прохода к месту. Но это спасательная техника специализированная, да? Да, конечно. Друзья, ребята говорят, эта штука, она как танк. Она не плавает, она может ходить по дну. Вот, кстати, выхлопная выведена сюда, соответственно, ну, вот до такого уровня может погружаться. Ну, это примерно метр. Так, я полез внутрь. Лес, болотистое место. А он, это пластмасска, да, я так понимаю? А, тут уже начинается, а здесь уже пошел стандартный соболь, или какой, или газель. Автоматическая коробка стоит. Автомат-коробка? Да. Ничего себе, а эти стандартные собли, они же, а где руль? А тут рычаги. О, блин, офигеть, руля нету. Народ, смотрите, что внутри, во-первых, это, ну, похоже на соболь, на газель, не знаю, но нет руля вообще. Управление рычагами, как на танке. Это одна гусеница подтормаживается, да, это другая гусеница подтормаживается. А коробка где? Где вообще? Что тут? Вот это, да? Да. То есть, ну... Это рычаг переключения. Вот так, друзья, выглядит инвентарный номер, все серьезно. Так, и сзади у нас получается две лавки вдоль бортов. Это достаточно удобно, я вот стою практически в полный рост. Ну, вот так могу стоять. Ко мне рост 168, и я здесь нормально так умещаюсь. Достаточно аскетично. Раз, лавка. Вот. Здесь какое-то специальное оборудование. И вторая лавка. То же самое. Вот так вот выглядит. То есть, ну, с какой-то стороны это обычный соболь. Вот. А здесь вот так вот, друзья. Каска. А, ну это вот люк открыли. Для обслуживания, ребята. Прикольно, да? Представляете? Ой, я что-то включил или сломал. Гусеничная газель. Дверь маленькая, заметьте, да? Прям вот. Опа. Опа. О, как отсюда выбираться-то вообще? А, здесь есть подножка. Вон она. Здесь вот так. И вот так вот. Такая вот, друзья, техника. Танк из газели. Круто. Сзади. Сзади все это выглядит вот так. Здесь есть еще одна дверь. Она тоже открывается. Ну и вот такой вот салон с этой стороны. Круто, народ. Что там внизу, кстати? Дно совершенно плоское. Поход дело, он еще и плавать умеет, да? Раз такое плоское дно. Слушайте, а он плавать умеет, да? Плавать. Не, ну у него плоское дно, там все защищенное. По идее, то может в болото залезть, да? В болото, конечно.